Я рад приветствовать всех, кто сейчас находится на моем канале Сива. Итак, я решил, что уже пора немножечко озвучить свой голос. Я делаю, конечно, это очень редко, но иногда я буду продолжать записывать небольшие ролики со своим голосом. Итак, сегодня у нас будет Forza Horizon 3. Эта игра довольно-таки меня впечатлила, потому что я давно хотел в ней поиграть, и сейчас, вот буквально в течение месяца, у меня предоставилась такая возможность. Я уже начал карьеру, поэтому я уже выбрал отдельные гонки. И начнем с трассы с видом на океан. Ну и так, поехали. Итак, как видите, я на Сильвии S15. Как же не хватает в играх вот такой вид, где присутствует вода, океан, море. Скажу вам, что эта игра действительно мне понравилась. Очень приятная и красивая игра. Физика, ну что можно сказать о физике? Физика довольно-таки нелегкая, но она аркадная. Нужно постоянно контролировать машину. Но это возможно. Вот вы сами увидите. Давайте понаблюдаем. Попробую использовать разные виды камер. Ну и вот финиш. Chalk it up, boss. That's a win. Plenty more to come, I hope. See, this is why I do the organizing and you drive the car. Наша прекрасная сливушка помогла нам затащить первым. So you can easily find the best and craziest stunt jumps in the country. Whichever you prefer. You have arrived at your destination. Still alive, boss? Excellent. They love that one. I'll tell the scouts to find more. Meanwhile, I'm about to go and have a very lively phone call with our insurance company. Jesse, this is a circuit race. All asphalt route, specified number of laps. Sounds simple enough? Exhibitions are big with the fans. So are skill chains. Remember, they don't just want you to win. Начинаем заезд. За рулем у нас по-прежнему блондиночка.
Блондинки у нас любят рулить. Так, мы видим, дождь начинается. Спрячемся в кабину. Скажу, что в кабине тоже неплохо рулится, но немножко сложнее. Попробуем опять видом с третьего лица. Честно скажу, что Need for Speed Payback мне легче намного гонять, но здесь игра по-своему хороша. Многим даже она намного лучше нравится, чем Need for Speed. Но я пока не могу об этом сказать. И честно, я привык к Need for Speed, поэтому для меня играется, конечно же, посложнее, чем Need for Speed. Но она прекрасная. Особенно вид снутри. На этой игре классно на руле играть. Хотя не скажу, можно играть и на геймпаде, и на клавиатуре. Так, тихонько, здесь повороты очень крутые. Итак, у нас уже первая позиция. Итак, вот финиш. Первое место. Another win! That's what the fans and I like to see. Так, большое спасибо, что вы смотрите мои видео на моем канале, за что вам очень и очень благодарен. Ставьте Лукас, кому понравилось. Итак, до скорой встречи. Пока, ребята. We have people coming from north, south, west. They're even crossing oceans to be part of Horizon.